приветствую. Сейчас попробуем гидроусилитель руля в качестве насоса переделанный. Включай, Виктор. Скорее всего, ремень проскакивает, не родной. Все, выключай. В общем, здесь 7 миллиметров выход. Если сделать еще меньше, то будет гораздо круче. Вот такой гидроусилитель руля. Я его переделал просто в насос. Вот так он работает в качестве насоса. Все зависит от оборотов. Обороты это от стиральной машинки, в принципе, приличные. Если сделать выход, то вообще будет круто. Ну, на этом все. Пока. Всех приветствую. Тут вот начал перебирать немного. Никак у меня до этого так руки не дошли. Одна катушка. Магниты по два штуки, плюс-минус чередуются. Эти катушки я как-то начал делать. И, в общем-то, никак у меня теперь до них рук не хватает дойти. У меня всего две руки и времени не хватает. Подцепила просто через диодный мост. Ну, ладно, я буду вытаскивать. В общем, вот он, видно тут диодный мост. Сейчас я поверну, и мы попробуем проверить сначала на ампераж. Стой. Да, выставить немножко, конечно, в таком варианте довольно сложновато. Прилипают. Сейчас как-то выставлял. Так. Видать, не видать будет, не знаю даже. Ну, в общем, да, как-то выставить не очень получается. В общем, расстояние сейчас большое довольно. Попробую уменьшить. Вот хотя бы вот так. О, что-то задевает уже, ладно. В общем, было. Я так крутанул тихонько, крутится отлично. Там видно, нет хоть... Вроде видно, было 500 микроампер. Сейчас мы попробуем на вольтаж. Переключим на вольтаж. Ой, как же тебя выставить-то, а? Зараза, ладно. Стой. А где задевает? Что-то я не понял. Пойму, где задевает, что где щелкает. Где-то что-то щелкает, не пойму. Только что вроде ничего не щелкало. Да что такое, где? Ага. Один магнит вылез. Вот он, нашелся. Конек. Опять он вылазит. Да, магниты я еще толком не закрепил, ну да ладно. Да, теперь он мне будет мешать. Ладно, скажу так. Было, то есть вот при таких оборотах небольших, 6 вольт и 500 микроампер с одной катушки. Вот с этой вот, с одной. А когда я их пробовал на маленьком выставлять, в общем, когда выставляешь правильно, против друг друга, по две штуки или по четыре. Если правильно подбираешь, то они почти не сопротивляются. Главное стартануть, а потом он крутится очень довольно легко. Не знаю, когда я к этому вернусь, когда у меня будет на это время этим заниматься. Но где-то у меня один магнит все-таки отскочил. Вот он гуляет. Нет, не этот. Ладно, я посмотрю это еще, как будет время. Задумка, конечно, интересная, правда, не знаю, как это воплотить в жизнь пока. Не придумал. Наверное, как-то эту всю конструкцию мне придется переделать по-другому. На какую-то плату с одной стороны установить, чтобы у меня по кругу доступ был. Это я просто
одел на раму, чтобы проверить, пока не на что закрепить. Ну, такое небольшое видео с одной катушки 6500 микровольт. Посмотрим, что дальше можно будет. Все прекрасно знают, последовательно или параллельно соединение, либо увеличить ампераж, либо поднять напряжение и так далее. В общем, вариантов тут очень много. Кому интересно, пробуйте. На этом все. Всем удачи. Пока.